Вот вы говорите, русские, мы взяли Бахмут. Вы можете взять только целое блюдо. Вы не можете подойти, разбить блюдо, потом взять осколки в руки и сказать, я взял блюдо. Вы можете взять целого человека, целую женщину, целого ребенка. Но если вы отрубили человеку руку, ногу, вы не можете сказать, что вы его взяли. Это был город, и он вам не дался. Как поступает цивилизованный человек? Он, наверное, идет путем санкций, да? Вот там, Бахмут, ты мне сказал так, а я тебе сделаю так. Мы еще раз посмотрим. А вы же не так сделали, вы же разбомбили татаро-монгольское иго, помните? Как будто в 13 век опять вернулись. Вы не можете сказать никому, мы взяли Бахмут, вы его разрушили. Вы разбили блюдо. Вы оторвали людям руки, ноги. А уж про ваши оторванные жопы я вообще молчу. Вот таким Бахмут должен остаться в вашей голове. Счастливым, полным людей –